Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, что происходит, куда все это идет, катится и какие ожидать сегодня движения на рынке, на российском, на международных финансовых рынках в связи с тем, что вот такая непростая, но интересная ситуация развивается уже длительное время. Так, друзья, ну вот такая интересная статья в западных средствах массовой информации о том, что опять предсказывают кризис 1929 года. Ну, здесь на что я хотел обратить внимание. Конечно, каждый из нас инстинктивно понимает, что так жить нельзя, и рано или поздно все это дело лопнет. Вполне очевидный момент, потому что произошел сбой в мировой экономике, его залили деньгами, но, как мы с вами видим, восстановление, надлежащее восстановление, то, которое можно назвать словом «реальное восстановление», оно не происходит. То есть произошел отскок, отбой, который на фоне избыточной ликвидности очень сильно все надул, но реального восстановления, как вы видите, его нету. Но, как мне видится, здесь точно предсказать вот саму эту точку, когда произойдет сбой, задача, она крайне сложная, и маловероятно, что кто-то успешно с этим справится. Либо у человека наитие, либо, соответственно, действительно он располагает какой-то тайной информацией, вхож в какие-то круги и так далее. Но это я шучу насчет этого. Вот смотрите, здесь аналогию проводят по поводу капитализации рынка, когда произошел крах доткомов в начале нулевых и сейчас. Но вот эти все сравнения, там, соотношение к ВВП и так далее, они не учитывают изменения денежного ресурса, который сейчас произведен в огромном количестве. Все вот эти графики, они подразумевают то, что строят их при определенных экономических, финансовых условиях. И поэтому здесь возникает ситуация эффекта пословицы «генералы готовятся к прошлой войне». Я могу сказать абсолютно четко, что сбой, который произойдет, он будет связан с крушением какой-то компании большой. Вопрос только какой. Мы уже на примере Evergrande видим, что ну, фактически как бы у компании очень большие проблемы. Тем не менее, ее любой ценой спасают, предоставляют средства и так далее. Но аналогичная ситуация была и с Lehman Brothers. Его тоже год спасали. А потом поняли, что спасать невозможно. Вот. Поэтому развязка может наступить и с Evergrande. Правда, с Evergrande уже эта ситуация, она, по-моему, год или два длится. Уже даже, по-моему, больше, чем с Lehman Brothers. Но на текущий момент все, скорее всего, будет развиваться, происходить по сценарию 2008 года. Собственно говоря, Америка уже понадувалась. Ну и от текущих значений либо консолидация, либо какое-то еще небольшое движение наверх, и потом возврат консолидации и ожидание, когда вот этот шип нарисуют на развивающихся рынках, в том числе на российском. Ну и, собственно говоря, мы это и видим. Конец квартала, начало нового, открыли лимиты, и, соответственно, российский рынок на фоне такой нефти улетает в космос. Так, ну вот возвращаясь к российской новостной повестке, смотрите, как вот отдельные средства массовой информации преподносят различные новости. Ну, в России. На Западе тоже это есть, но там не в такой степени это прям прослеживается. Вот один сайт. Всемирный банк пересмотрел прогнозы по экономическому росту в России. Открываем турум-бурум. Всемирный банк пересмотрел прогнозы по экономическому росту. Банк ухудшил долгосрочные и улучшил краткосрочные прогнозы роста экономики России. Да, действительно. В опубликованном докладе Всемирного банка именно такая ситуация. Открываем другой ресурс. Что мы здесь видим? Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России. В 2021 году, но улучшил. Но на самом деле ситуация же не такая. Он не улучшил прогноз по росту экономики в 2021 году. Надо говорить до конца. Он улучшил краткосрочный прогноз и ухудшил долгосрочный прогноз. То, о чем я все время обращаю ваше внимание.
Ну и вот по поводу экономического роста, развития, вот есть четкий критерий, что происходит с экономикой. Это прямо вот железное подтверждение реальной ситуации. Так, ну с Nord Stream 2, там мыльная опера бесконечная, она будет длиться вечно. Далее, по поводу следующая новость. Раз мы зашли на этот чудесный портал, в России могут начать продавать жилье с отделкой и мебелью. Но, друзья, на Западе эта практика, она уже там, не знаю, десятилетия. Почему в России не продавали застройщики жилье с отделкой и мебелью? Потому что рынок монополизирован и есть дефицит жилья. Соответственно, тут можно все что угодно продавать, и люди people схавают. People будет покупать, и никуда от этого не деться. Тут надо не прорабатывать соответствующие стандарты, а создать надлежащее количество предложений, строительства, и тогда застройщики сами будут вынуждены, борясь за покупателя, продавать жилье, пригодное для жизни сразу. Так, ну я смотрю, очень мощно изменилась сразу тональность по нефти. Пошло масса прогнозов о том, что нефть будет расти на 180, кто-то задумывается о 200 долларах за баррель. Но я думаю, ситуация здесь, судя по тому, что происходит, она пойдет по сценарию 2008 года. То есть экспоненциальный рост, который в ближайшее время подойдет к своему логическому завершению, ну, я думаю, в течение полугода. И после этого мы увидим шпильку и движение вниз. Так, друзья, на секундочку вернемся к календарику вчерашнего дня. Вчера выходили данные по индексам деловой активности. Ну и вот, соответственно, видите, как отличаются указанные характеристики в России и в европейских странах. То есть они просто несопоставимы. Вот это отличие, оно кардинальное. Ну, на самом деле, движение 49,3-50,5 в сентябре месяце, оно не является показательным. Оно не является показательным, потому что была предоставлена масса всевозможных выплат. Это раз. И, во-вторых, как ни крути, урожай собрали. Там, правда, масса нюансов. Его плохо собрали, снижение показателей, тем не менее собрали. На фоне этого, ну, какой-то рост деловой активности в секторе услуг, он обязан был произойти, но он по логике вещей, с учетом всех выплат там, для школьников там, и так далее, в связи с выборами, то есть он, ну, должен был где-то сопоставимо скакануть, но, однако, даже здесь эта инъекция, она существенно не помогла. Соответственно, деловая активность в секторе услуг – это то, что, ну, реально и происходит в большинстве экономик. В отдельных странах, например, в Германии более существенный индекс деловой активности в производственном секторе, потому что это локомотив мировой экономики в автомобилестроении. Но то, что связано с услугами, оно указывает на реальное положение в экономике. Как видите, ну да, 50 единиц перевалили, но с учетом того, какие были предоставлены меры поддержки, что происходит с ценами на газ, на нефть, на металлы. Но этот рост, он очень слабый, очень. Так, далее, наконец-то пришли данные по валютным интервенциям. Они меньше, чем были ранее, и менее, чем прогноз. Так, далее, вчерашний день. Европа, индекс цен производителей, рост меньше, чем прогноз, и меньше, чем предыдущая. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что инфляция издержек, она уже не надувает рост цен производителей, а заставляет его падать. Почему? Меньше производят, спроса нет. Так, в Соединенных Штатах композитный индекс деловой активности отлично, 55, но он меньше предыдущего значения. Тоже тренд, как видите, он является нисходящим. Так, индекс менеджеров по снабжению. Здесь все хорошо. Так, давайте к сегодняшнему перейдем. Так, сегодня в Китае продолжается праздник, они там отдыхают, пляшут, ну отлично. Вопрос только в том, что когда они выйдут, может начаться похмелье у всех. Так, сегодня статистика по Германии в 9 часов, объем производственных заказов. И, соответственно, сегодня важные данные по рынку труда Соединенных Штатов. Изменение числа занятых в несельхозсекторе. Далее выступление Босика, члена ФРС. И в 17.30 запасы сырой нефти. Но опять же, большой вопрос, как они повлияют. То есть по логике вещей они должны, конечно, развернуть
тренд, они должны выйти хуже ожиданий, развернуть тренд и хотя бы немножко откатить. Но перекос в сторону спроса значительный, и как вариант они могут существенного влияния не оказать. И сегодня ближе к ночи индексы потребительских цен по России. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. VIX, дневной таймфрейм. Здесь, соответственно, вчера застучали барабаны и отступили враги. Ну, смотрите, действительно, пока что не разрешается ситуация с пробоем уровня 24.5-25.5. И, соответственно, чем дольше он здесь висит, несмотря на вот эту самую страшную такую картину, тем больше вероятность того, что он отскочит от этого значения и будет, ну, какое-то время, месяца 2-3, находиться в консолидации, либо потестирует 18.5 опять. На текущий момент все развивается именно по такому сценарию, затяжка с ростом ВИКСа. Здесь сейчас есть у нас масса рисков, которые связаны с постоянным давлением инфляции, которая уже, по сути, вот-вот может в гиперинфляцию сорваться. И второй момент – это то, что Китай выйдет из отпусков, отдыхов и, возможно, начнет активно давить на кнопки. Ну и помним, что Соединенные Штаты тоже несут пролонгацию долга и инфраструктурный план Байдена, который никак не могут запустить и заставить работать. Но на сегодня, исходя из движения индекса волатильности, достаточно позитивные ожидания. Ну, по крайней мере, ничего страшного он на сегодняшний день не показывает с учетом движения в понедельник, во вторник. Так, друзья, далее S&P 500, дневной таймфрейм. Но здесь движение у нас в консолидационном диапазоне. Пока не будет пробития новых локальных минимумов, вот этих здесь нарисованных, наиболее вероятно, он в этом диапазоне так болтаться и продолжит. Сегодня с утра он пытается скорректироваться, но пока нет пробития ключевых значений, ну, 4300 и вот этот уровень пониже, он будет весьма вероятно отскакивать и продолжать вот это колебательное движение. Так, друзья, ну, по нефти ситуация здесь понятная. 84 уже почти сделали, которые обещали до Нового года, хотя они, по-моему, по WTI обещали. Вот, здесь ключевой барьер – это 80, и потом 76,1. Если эти значения не пробиваются, то нефть с небольшими откатами будет, с учетом текущего перекоса, пытаться расти. Сценарий от умеренного и адекватного перешел в сценарий 2008 года, я считаю это так. Вопрос только в том, сколько продлится этот рост экспоненциальный, который пошел, и когда его срежут, когда он перейдет предел возможности. Так, друзья, переходя к часовому таймфрейму, здесь ситуация следующая. Как только возникает откат с пробитием 82, сегодня 81.9-82, мы увидим более глубокое движение, у которого первая цель будет 80,9. Соответственно, пробой этого значения придет к тому, что вернется для начала на вот эту оранжевую линию 79.05-79.15. Сейчас ключевой уровень – это 76.1. Если он пробивается, то весь волшебный рост сходит на нет. Если он не пробивается в результате откатов, то это донабор позиций, дальнейший рост. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Золото сегодня с утра корректируется, но на самом деле здесь все отлично, потому что оно пытается консолидироваться, и отсюда потом весьма вероятно будет колебательное движение на 1764, вот сюда, к этому диапазону. Это часовой график. В том случае, если движение вниз продолжается, и мы пробиваем 1748-1746,5, вот этот диапазончик, тогда, да, весьма вероятно по золоту риск раскроется, и мы увидим возврат в район 1728-1726. Если здесь вот удерживается, пробитие не происходит, я думаю, такой сценарий сегодня наиболее вероятен, мы от этих значений будем пытаться отскочить и сходить для начала вот сюда, к верхней границе 1764. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, с одной стороны, не дали ему дойти до 72.1-72, но, как вы видите, стоит ему прийти, немножко укрепиться, сразу начинаются активные покупки валюты.
72,5 пробили, но опять же, при такой нефти укрепление вот это все рубля, которое происходит, оно существенно непропорционально. То есть он уже должен был уйти, ну, как минимум на 69-68. Что касается движения сегодня, в течение дня, уровень 72,5-72,55. Если он пробивается, мы отсюда получаем дальнейшее движение, у которого цель будет для начала 72-75 и потом уход в район 72-97. Если здесь пробоя сегодня не будет, то, соответственно, мы увидим отбой от текущего значения либо от 72-55 и движение в район 72,2, попытка его пробить и сходить на 72. Так, друзья, далее РТС. Вот такое чудесное открытие было. Нарисовали такую вот козявочку на часовом таймфрейме. Здесь у нас обозначился тренд движения, который весьма вероятно будет рулить сегодня в первой половине дня. Сейчас, в ближайшее время, в ближайший час-два, если не происходит движение наверх и пробитие 182 500, то весьма вероятно в течение дня, ну, по крайней мере, до американской сессии, открытия основной, будем консолидироваться в этом диапазоне, либо пойдем опять тестировать вот эту нижнюю границу. Соответственно, пробой 180 500 ведет к тому, что происходит откат в район 178 000. Пока что все указывает на консолидационное движение сегодня в течение дня. Так, друзья, далее Сбербанк, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь идет фактически безоткатный рост с очень маленькими откатами. Соответственно, первая цель здесь – это 400. Если сегодня в течение дня будет коррекционное движение вниз с пробоем 356, то в этой ситуации мы увидим дальнейшее движение, цель которого будет сходить на 345. Если пробоя здесь не будет, он продолжает рост, и на сегодня цель движения будет в районе 384. Так, друзья, «Газпром», ну, с учетом такой ситуации по газу, его должны уже на 450 на этой неделе догнать. Какой критерий того, что этого не происходит? Коррекционный откат с пробитием 381-379, если это происходит, то идет возврат в район 365. Если здесь пробоя нет, то продолжаем движение. На сегодня вполне может быть взято 400, ну а дальше посмотрим. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель, пытается он развернуться. Вот вчера произошел разворот. Судя по всему, вот эта точка, она финальная, потому что 21 500 сделали, отсюда должен пойти сегодня или завтра отбой и движение, цель которого 23 100. Если сейчас возникает повторное движение вниз с пробоем 21 100, то его весьма вероятно потянут и на 17, и на 16 тысяч. Но больше факторов указывает на то, что здесь произошел разворот. Так, друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.